Кстати, Орел, здесь меткость не работает усовой. Так что шипы обязателен. Да, возбужден, заходи, мага. Хотя тут 4 мага, маги, потому что там кто-то настроить пойдет. Завтра будет еще и один в субботу еще будет Олег. Если там другие персонажи есть, то заходите другим персонажам. А кто там в пятой пати? Борис Анихил, Чанар Данихил, Анарда полоса. Да фулона. Не-не-не, Бирюзакот, а Анарда, по-моему, Эрдру. Маша. Подожди, а с чего ты взял, что меткость на сцене не работает? Тестил. Ну я тоже тестил. Но, грубо говоря, я ходил с недокапом меткости в ЦЛК с собой без ШП. Промахов не было. Ну, я тестил через задон. На манекене все это смотрел. Типа сравнивал с ШПшником его. На ШП все нормально отображается, типа 3% меткости там вообще не работает. А урон работает от таланта? Нет. Можно его не качать, что ли? Улучшенный волшебный огонь, он не работает полностью вообще. Типа, по идее, он должен был стакаться с ретриковским, например, вот этим бафом, как он там называется. Сердце рыцаря, которое дает 3% крита. Он вообще не стакается. Ладно, бегу менять спек. Все по элокам, заходите в РС. Или там кто в рейде может все по элокам зайти. Это как ШП и лок. Вместе взят. А чё, я хилю, да? Да не знаю, на 4 хила пойдем. На 2 босса спекнешь, на 2 там нормально. Ага. Афликом можно пойти? Это демон от на... А, дем будет. Ну, в принципе, можно... ШП так, это надо. А если лок не в гильдии, то ЕП можно будет на другого перса? Ты хера знает, что там по правилам можно. Да хуй можно. Ну, походу можно, наверное. Ну только, хотя я не знаю. Не, ну типа он потел. Ну только потом второй раз ты не сможешь на него ЕП получать, это точно я тебе скажу. Можно ИП накинуть, но потом ты, если второй раз пойдешь им в рейд, то ИП на него кидать уже не сможешь. Да-да, про это я знаю. Ну, заходи. В смысле, на этом же КД, на этой же неделе? Ну да, если ты с левой гильдии идешь или другие персонажи, и ты будешь на кого-то ролить со своих других персонажей, то потом ты не можешь на него ИП получить. Типа, за одно КД на одного персонажа можно только раз получить. Если у тебя там двойного нет, не знаю, там Олег выводил двойные... Я захожу локом, как бы так я могу пойти с собой из гильдии. Нет, ну ты локом зайдешь, и потом локом зайдешь и можешь ИП на СУ получить. Но если в следующий рейд ты пойдешь с собой, то ты не сможешь на СУ ИП обратно получить. Нет, я понимаю, это просто скажи, кто нужнее. Африка или сова? Сова, ой, сова этот. Африка, локов нету. Африк у нас локов нету, конечно. Кому написать в ПМ? Фукасаку. Или в чате там плюсики напиши, я увижу, наверное. Летите в инст, сейчас лок будет, там, с манем его по-быстренькому. У нас тут открыли Кпока и Змеиное Святилище, короче. И шо там? Там боссы, короче, Т5 падает. Они актуальны на 80 уровне или там подгон, ну, в смысле, статы под 80 или там... Да, 80. Там что-то какой-то каратрес. ЗС, там у него 50 лямов, и там 3 моба у него, один хант, один шаман, еще кто-то там. А ты что, там всех своих персонажей вот это вот на туда перевел, как он там, на 200 левели? Там видишь, там как там не переводишь, там ты типа заявку даешь, и персонажи, которые ты указываешь, аккаунт полностью удаляют всех персонажей,
на циркуле, типа, а тут дают быстрый старт. Ну, быстрый старт это 80 уровень и 200 шмот. Ну да, я что-то всех перевел. Да нет, не всех, что-то кто-то еще остался. Там друиды, паладины остались, вары остались. Ты смотри, там этот X3 до конца года на X1 будет, так что там онлайн поднимется через месяц. Где-где поднимется? На X1? Да, там же X3 до конца года. Не, уже я перегорел там играть на стандарте. Нет, там нравится, там Т5, Т4, вот эти шмотки, там комплекты, все работает. Это где Славик? На X1 или где? Переходил играть? Я X2. X1 еще. Заходите, в инстлок сейчас будет. В инсте. Шкаф поставит при сумме. Все, забудьте старый сервер умер, нахуй. Его теперь даже сам Иисус не реснет. Это точно. Да реснут как два пальца, если рейты сделают хотя бы X3 навечно, то нормально все будет. Ну да, еще более-менее. Это бред. Какие бреды не сделать. Просто я от самой идеи устал. Задроченный шмот контент. Блин, что-то я зашел на лок и не подумал, что мне из РСК вообще ничего не нужно. Ладно. Схожу за ИП. Принимайте суммы там сейчас. Там Destroying, да, MP5, Animal Jazz, каски. И кто там, Слава, давай кулаки. А это что, я пока в Лильне или в Анхи? Ой, блядь, в Ашаме. Да в Ашаме на второго босса просто спегнешься в хиле, чтобы захилить, чтобы никто не умер. Так, ребята, смотрите, по правилам написано РДД и МДД чешуя 8к ДПС на зарит. Герейт, поэтому планки небольшие. Чтобы все пароли. Так, канал выше, там в самом-самом верху, там новые правила называются, свежие правила рейда. А если что непонятно, спрашиваете. Какие-то предложения на будут уже можно говорить. Ролить? Не, это же гильдия. Как два годника. Вот если есть мамонт или дживс, поставьте, пожалуйста. Да ничего. Это я канал этот найти не могу. Самый верх там. Посланник титанов. Свежие правила, все. Так, ну давайте там досугонимся, пока там танки хилы есть. Давайте пуляем трэш чистик, там какие-то бафы минимальные накиньте, накинули, молодцы. Мамонта или дживса, пожалуйста, поставь сюда. Давайте ТД жбьем там, бейте, сейчас я приду быстро, отойду, чаю. Коты есть, коты есть. Кто? Коты? Угу. О, бирюза далеко. Этот Славик все хорошо дамажит. Каждый класс. Врывается нормально. Да я знаю, блин, это ядро шейкспята. Энхи не дамажит. Энхи так по тир 2 по ДПСу. Ну, в сурка. На X5, да? Да. Тир 1 это Ферал, Фуривар, Афлик и Фаермаг, а тир 2 там уже Энхи туда входит. Короче, все на первого, на второго Энхи, блин. Да, да, да. Не, ну 4 спека в тир 1. Тир 1 должен быть только один спек. Ты им правильно говоришь. Ребята, не бейте командира, оставьте ее. Бейте пробудителей. Станьте их, косты сбивайте. Играйте через пробудителя. Ну вот я себе отдел НХ6-1, я сегодня, не имея ни одной шмотки 10, дал 16-ку на орке. А бабочки, да? Да.
Ну только бычка. Извини меня, ни одной шмотки Т-10 нет. Меня тоже нет. Ну и какой-то Т-9, по-моему. А можно с меня командира забрать? Все, введи танк, второй трэш. Потихоньку. Чем я могу помочь? Счастливого пути. Привет. Береги себя. Женек, иди пока тащи командира оставшегося сзади. Я не мог. Больной. Залейте трэш, потом босса бейте. Она так же далеко будет улетать, как всегда. Метки сейчас надо выбежать, да? Ладно, бегите на озеро. Потихоньку трэш на ходу добивайте, ведите к озеру трэш. С метки выбегаете. Лол, так. Метками не стойте. Идите, идите к озеру, идите. Ловите от рейда, главное, отверните сейчас, Авиан. Берс убил. Как и должно быть. Закрывание еще не готово. Все, Жека, веди, веди к озеру. Не стойте здесь. Приставь его мордой туда, к озеру. Веди, веди. Веди, не бойся, Жека. Че, вставайте на исходку и стойте здесь. Мятки, выбегайте, главное, и все. Дал мастера, сука, рано дал, ебать. Я свое дал. Кто там сдох, бегите пока, ребята, не валяйтесь. Раша, мам, по воде побежал. Ух, сука, сейчас будет нахуй. Там трэш бить будем, не? Да-да-да, конечно. Агрите, агрите. Женёк, агри. И запарился Женёк играть тут. Командира, главное, оттащи оттуда.
Вытащи, вытащи, командир. Любой милик, вытащи. Командира, вытащите оттуда. И бейте пробудители. Кто может на одного босса спекнуться в танка? Чё, попробовать? Давай, спекайся. А, тут Холли пал. А, нет, у меня шмот в банке. Подыщи танчик. Я знаю, что я танчил. Я говорю, у меня шмот в банке. Ну ладно, ты там и потанчил. Надеюсь, мы не убьем. Чё, уже аккаунт какой-то с варом, не знаю. Уже готовы. Ну, я качать вряд ли буду, я не терплю качания. Тут X5 его за день прокачаешь, ну не за день, за пару дней. Да, ну, понимаешь, у меня даже этого времени нет. Я морально не готов взять на себя ответственность, качать нового перса с нуля. Если какой-то там... Давай вар. Пару лоялов капну. Вар или ДК? ДК что нормально танчить. А, чё, спекуюсь? Да-да, похилим с тобой. Танки поставьте плюсы пока в чат, пока Ваня там отошел. Сейчас распределимся. И рыбку кушайте. Рядом с кружочком стоит. А, так, там по танкам Animal Just первую копию танчит, ну, в смысле основу. Кто там второй протопал вроде был. Кто там вторым протопалом был? Меркор? Меркур или кто там был? Не-не. Слава, ты там протопал или кто там? Колик там. А кто второй танк отошел изначально? Возбужденный, по-моему, что-то просился танком. Маги МК как раздаем? Киньте на Афлика одну МК по-братски. Ну, мы можем подождать, пока Бдыч сходит за шмотом в банк, например, ну, и он да, потом... давай, дайте ему порт Толора. Иначе никак. Даже кто-то был еще... Шкаф дали. Шкаф дадут. Там кто-то, блин, фестивал вторым паладином. Трайн или Меркур, кто-то там был, короче. Райан не того, и тут у меня там холипал второй спех. Тут какое-то говно в сумке лежит, 45 голд и какой-то шмот 200 уровня. Так, Слава, значит, думал, у него прот, он обманул, и в итоге, короче, остались мы без танка. А вот какие-то тапки есть, защита? Здесь 32 тапки. Триник нет. Тринка есть на танка, сыка. Так, ну тогда Animal основу, БДС первую копию и вторую. И Хильти там хорошо, он мелкий. Спекни с танка и... Шон спек. Это же надо такой... Спекайся. Ай, постой на маунте, секунду. Подожди, маунты выбирай.
А кто тогда будет Халёна вторым танком в свету танчить? Или во тьме БДС, или кто из вас хочет потанчить? Я могу танкануть, но я хочу ролить на ДД. Это БДС ты говоришь, да? Хочешь нет, ролить на ДД? Нет, это говорит. Нет. Я и так планировал на ДД ролить. Ладно, чтобы на втором боссе нам выдали, сколько вам там надо, и можете ролить. Если все равно не выдадите, то... Ну я не обязательно чешку, там шмотки-то же есть ведь. Ну, дайте потом посмотрим. Тогда, что там, дайте бафы какие-то. Вроде все забафаны. Давайте чешку. Так, я что, я первую и вторую копию беру или что? Animal основу, бдыщ. Первую копию и вторую копию. Так, ну давайте, все готовы, начинай. Перед можно только не стоит. Там танчим как на X1. Перед морды не стойте, главное. Так, дай СС по ДК, по И. Электро. Отведи, отведи от стенки, сейчас помешу ты. Там ты если что словишь третью копию, если тебе ДК ум. Так, сейчас будет копия. Бой сильнее страдания. Только не туда веди, а веди параллельно этой. Бля, растишку бы, брат. Бать, сейчас она третья вылезет. Да, да, сейчас вылезет. Так, ДК, готовься. Лови. Хильте Animal Jazz, захилю приоритет на третью пати. Я бы еще хил. И Animal достаю. А, бля, все хилю. Лови, или кто там, ловите копию вторую, третью. Блин, как пидорасы там, ну чё с вами не так? Хильте анимал, хорошо, анимал, просто ходи, не стой на месте. Нормально всё будет, хильте анимал, я буду ещё хилю. Ребята, у нас было, наверное, 8 РС-ок 25Н, вы постоянно танчите, как дурачки, вы почему не можете вот вдоль дерева вести копию к озеру и параллельно основе вести копии? Я ничего не понимаю. Чего там сложно? Все то же самое, что и на X1. Вот начинают выдумывать, блядь, за спину заводите, зачем, ну, бред какой-то непонятный. Это ты какой-то агрессивный, тебе какая разница, где я танчил копию? Какая объяснение разница? Я кого-то убил, кого-то шотнул, не удобно до меня достать. То, что ты привык, как ты привык, это не означает, что так и надо. Мне вот так вот удобно. Смотри, вот если бы не третий танк, ты бы положил пол рейда, ладно? Я бы положил пол рейда. Чем? Чем? Чем я положил пол рейда, если я забрал вторую копию? И я не умер. Чем я... Как я должен был положить? Объясни. Где моя вина была? Неправильно повел босса, еще раз говорю. Да ты еще шаришь, раз повторяю, я... Кто там босса выделил? Хилы должны хилить тебя. Или ты вводи хилов с собой, чтобы... Вот как ты ходишь там назад, куда-то ходишь. Хилы должны... Просто не понимаю. Я забрал первую копию, я ее от и до дотанчил, и никто не умер. Не знаю. Дотанчили, нормально. Потом будем разбираться, если в следующем рейде. Дайте бафы, там падали люди. Касточка по 70, чтобы пристабах тоже есть. Ой, давай, не молжас на боссе. Мне Варе оставаться в протоваре или спекать? Да, будь в протоваре. Паролишь на ДД, там, на кого-то тебе надо.
Давайте, если готовы, тогда будешь один с двух сторон танчить. Сможешь там забрать справа-слева? Стараюсь, не всегда получается сразу было. Ну, давайте. Все готовы, начинайте. А, там мы еще в одной стороне будет танчить нормально. Три танка пойдем. Зарастера, кинь мне антифир на хулипала, пожалуйста. Прямо сейчас в бою. Да, после. Я Галину выбрал. Слуги, обратите их в пепел. Трейн, дай сакру по аниму прямо сейчас. Славик. Сейчас я дал. Нормально. Так, ну ДК спекайся обратно. Да это. Пишите в Дискорде, кто на какой спек ролит. Напомните, если у вас нету 6К, то вы не можете ролить на второй спек, как на основу. Если вы идете ДД, то вы на ДД ролите. Если вы хил, на хила ролите, если 6К. Она что, я время остаюсь? Да, будь время. Что там, 8К? Сколько там, 9 надо было дать? Ну, нормально, считай. Поклонский и ниже Поклонского, то кстати. Так, по танкам протопал начинает, заходит во тьму. Свету будет вар танчить. Когда выйдем, на варах все на пол сделаем. По пати первая, вторая свет, третья, четвертая тьма. Так, сейчас. Там ДК и вары вас местами поменяют. А, я чё, куда? Первая, вторая... Сейчас, первая, вторая свет, и четвертая тьма. Вроде терхилы. Я с Капалом свету. Я создаю, наверное, во тьму, и я с кем-то, с Анартой похилю свет. Туда свету я подиспарю, а вы там по тьме подиспаряйте сами. Дайте шкаф. Что улетел куда-то. Видите? Так, злон, тупорылый, во тьму идите, два ханта. Свету будете, я поменял на пулите на вар, чтобы не сорвали. Так, давайте все вроде тут, чек на пул. Что там, ДК готов? Что-то паладинов так много, ауф так мало, в рейде. Давайте все готовы, начинай. Близко не стойте, там где-то в печеньке ориентируйтесь. Это тут, стойте. Я подиспылю с этим трогать. Бежим. Лёх, подиспылю во тьме. Чем? Я Лев. А кто тьму диспелит? Ну так ты же меня будешь подиспелишь. Психия выноси. А я цвету потом подиспелю.
подожди, дестройны к тьму хилит? Да, да, тьму. Я сонар дай свет. Давайте бежим в эту сторону. Сразу не заходите, пусть метеор упадет. Так, ДК, паладин, заходи сразу. Рейд, заходите. Так, я остался. Саша поставил тебе метку, там ориентируйся. Ребята, морда справа. Ребята, морда справа. Во тьме морда справа. Это что так, по-румынски тут бьют? Давно ли так, морда справа во тьме? Может, я криво встал. Конечно, криво встал. Сейчас все дружно офигели. Ну типа, чтобы лезвия лишь идут по часовой, нам нужно... Я такого не видел. Не, я был с гильдии в рейде, так бьют. Для бить-то можно. Она. Раскол? Лок. Мне на второй фазе не показывало это Грона Хамелеоне. На первой я вижу сколько процентов, на второй нет. Причем у меня взят талант на снятие Гроу в 2. Фаза пошла. Разбак всех адонов. Выходите, выходите. Дайте БР там, может, после перебежки. Под мордой лежу. Как у нас креснешь, а потом или сейчас можешь. Бежим. Рост 5 секунд можно было отдавать. Дайте рост во тьме там, если есть. Нет. Все, давай, рост откатился. А, у нас шамана вроде тут нет. Могу залезть. Гизель, меточка. Я пошел возьму. Да, подожди, не надо. Стой, всем, свет, стопаните. Там сейчас бы подрост там сюда ли убил. Все, да, все, есть рост. Свет, покурите пока. А танки не прожмутся, что ли? Электрик выноси. Беги, малышка, беги! Остерегайтесь теней. Давайте, дошли хоть и поводим, потом мёртв. Свет не бейте. Зельметочки. Свет, не бейте, алло. Покурите. Бежим, Свет. Ну, все, короче. Добивайте. Оба мира бей. Дал бы рост, но в КД ушел, не увидел, что КД. Психиометка. Все, молодцы. Хорошие. Так, сейчас тогда я зайду на дро, на шпате. Да, заходи. Да. А тебе не зачем?